После шествия студенческого марша состоялась торжественная часть. Более 5000 человек собрались напротив главного здания Казанского федерального университета. Среди них студенты и сотрудники федеральных вузов, а также участники войны, ветераны и труженики тыла. От лица Казанского федерального университета выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Для Казанского университета годы войны – это непростое время. Время, которое требовало стойкости и мужества, героизма ученых и студентов, напряженного и тяжелого труда в тылу. Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов студентов и сотрудников Казанского университета. Свое слово для участников мероприятия сказала депутат Государственного совета Республики Татарстан Анастасия Исаева. Очень значимо, что этот марш проходит на территории университета. Испокон веков, из столетия в столетие университет передает те важные базовые ценности, без которых немыслимо человечество. Такое событие не может обойтись без людей, заставших те времена. Великой ценой мы достигли эту великую победу. 27 миллионов человеческих жизней погибло в годы Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, были разрушены тысячи городов, сел. Такая счастливая, у меня грудь просто переполняет радость, только потому, что в нашей стране вот такие солдаты красивые. В студенческом марше Победы принимают участие не только студенты КФУ, но и других федеральных университетов. Поддержка осуществляется каждый год. После торжественной части участники мероприятия имели возможность пообедать на специально организованной полевой кухне. Артем Топичкин, Александр Юдин, Ленардо Валетьяров, Универньюз.